Сотрудники огнеупора отметили в эту пятницу четверной праздник. На торжественном сменно-встречном собрании руководство предприятия поздравило ветеранов производства и ныне работающих сотрудников с юбилеем ММК, Днем города и Днем металлурга, а также с днем рождения огнеупорного производства Магнитогорска. 17 июля ему исполнится 91 год. Подробности в сюжете Дины Наумовой. Россия – это мы. Торжественное сменно-встречное собрание на территории огнеупора состоялось возле обелиска, где заложена капсула времени. В 1981 году его построили по проекту работника конструкторского бюро. На встречу были приглашены 40 ветеранов огнеупорного производства. Мы с вами до сих пор, несмотря ни на пандемию, несмотря ни на санкции, находимся в тренде. 2021 год у нас был рекордный по многим показателям. В этом году мы за 5 месяцев уже заработали с вами чистой прибыли 400 миллионов. Мы расширяем сферу сбыта, мы занимаемся новыми видами продукции. Ежемесячно уже несколько лет «Огнеупор» издает свою газету. В ней все важные новости предприятия. 2 года назад издание было признано лучшим корпоративным СМИ Магнитогорска. Хочу пожелать, конечно, нашему предприятию это дальнейшего развития, перспектив, внедрения передовых технологий. Меньше травматизма, выпуска высококачественной продукции. Коллективу хочу пожелать, наверное, взаимовыручки, взаимоподдержки, ну и побольше радостных, позитивных дней. В честь знаковых для Магнитогорска праздников сотрудников предприятия наградили почетными грамотами администрации города, комбината и губернатора Челябинской области. Нурия Зайнагабдиновой помимо грамоты вручили еще и золотой знак отличия ГТО. Контролер в производстве черных металлов с 30-летним стажем и на спортивном поприще прославляет производство. Мне очень нравится моя работа. Приятно через много лет прийти и узнать, что производство работает, производство на плаву. Производство нужно комбинату. Успехов вам всем и ветеранам здоровья. Праздничную атмосферу для собравшихся обеспечили баян «Позитив» и творческие коллективы Левобережного дворца. Коллектив дружный, условия благоприятные для работы, поэтому... И не думаю место работы менять. Насладившись концертом, ветераны переместились в столовую огнеупора, где их ожидал праздничный обед и подарки от родного предприятия. Почетные работники огнеупорного производства с ностальгией вспомнили рабочие будни. Мария Мгарифовна в свое время трудилась на сортировке, пришла на предприятие в 19 лет и проработала здесь до 47. Складывала пакеты. 12 тонн нормы было. Нормально на перегонке работали. В качестве одного из подарков ветеранам стала кулинарная книга, выпущенная на основе рецептов сотрудников огнеупора. Находясь на заслуженном отдыхе, ветераны смогут приготовить коронные блюда преемников по профессии. Дина Наумова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.